И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы будем смотреть крутые постройки. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, Димас, так. Начнем с постройки, которую построил подписчик для тебя. Спасибо вам, ребята, большое, что вы делаете для меня постройки. А я буду их взрывать. Ой, буду на них кататься. Давай, давай, я тут сяду, присяду, давай. О! О, так по... Чё-то... Прикольно. Подожди, я а думал, это для уже... чего такое? Чё... Так, стоп, Димончик, сейчас полетим, я тебе говорю. Ну давай, разбирайся пока что. О! Ой, о! Тихо, я сейчас перекинусь. Нет! Всё-всё-всё, стой, Димончик, сейчас. Ой, я там чуть-чуть перекинулся. Вперед. Так, Димончик, а, это из-за того, что ты ходишь, да что оно криво летает? Всё, понял, давай, короче, едь, а я тогда буду смотреть просто со стороны. Какой едь? Ти, поехал. Мне кажется, что-то тут не тот, Димас. Не сбалансировано, ты думаешь? Я думаю, сенсоров нету, из-за этого ты переваливаешься, понял? А сейчас мы добавим сенсор. Он типа попробовал сделать... Ого! Классный! Он типа хотел сделать перевес, но видишь, что-то не перевесилось. Не, ну постройка, сама идея классная. Так. Так, это мангл. Это мангл, только похоже на какой-то таракана. О, она рот открывает. Видишь, у нее. Она это... больше похожа на собаку. Да, на какой-то... собаку таракана какого-то. Пинчер, на что паука. Ли? Сзади вообще на паучка похоже какого-то. Так, ну да, в принципе, так и есть. Ну да. Так, странно. А, это... Я думал, эту кнопку ты нажал, типа, функция развалиться. Думал, есть такая кнопка развалиться. О, баллон бой. А что, у него нема механизмов? Ничего нету? Вот, смотри, как прикольно сделал. Димон, у него есть механизмы. Смотрите, вас, как я его прикольно теперь занизил немножко. Это ты как приору? Да, 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 видишь, башка у него, шеи нету. Как-то, как бож на пингвина больше. Ой. Димон, у него механизмы были какие-то. Да ладно. Ну, по крайней мере, были. У него просто руки крутились, и все, больше ничего. Понял. Вот ему нос. Ой. Она прикольно слетела, эта кепка. Да-да-да, развалилась так. Так можно пресс накачать, пока записываем ролик. О, это чё? У вас угадай, что это такое вообще? Угадай. Хорошо, хорошо, угадаю. Это... Давайте вы угадываете. Это динозавр, это стул, это кресло, это жираф, это штука с красными штуками, это металлическая кабака, это домик, где можно жить. Домик, где можно жить, да? Я не знаю. Это... Только не подсказывай, не подсказывай. Я сейчас угадаю с одного раза. Ну, ты со сдалека посмотри. Стой. А, давай сдалека посмотрю. На что это похоже? Что это? Ну, это чужой. Я не знаю, ну что это? Я не знаю, что это. Ребята, напишите в комментариях. Это шлем. Да? Да, просто шлем. Нет, Димон, это не шлем, это шляпа какая-то, ты понимаешь? Это что, шляпа, шлем. Это шлем. Да. Блин, это классно, кстати, ставить предметы такие прикольные и угадывать. Мне нравится такая. Кстати, надо такое записать, наверное, нам новую рубрику запилить. Угадай это. Да, угадай это. И там будем, я буду ставить просто необычные постройки, короче, да-да-да, которые... Надо будет угадывать. Если бы еще их подписчики делали, вообще было бы идеально. Да. Ребята, так. Если у вас есть скрап-механик лицензионный, стимовский, делайте постройки, загружайтесь в мастерскую и подписывайтесь Димас ТВ, либо Димон Покемон. Вот давай я сюда в дырку сейчас упаду. Давай подожди. В дырку падай. Че, Дим, о, вот. Ты в дырке. Все, поехали, теперь смотри, не вывалимся. Смотри, наваливает, она аж назад... О, передние колеса не касаются. А что со мной не так? А ты движок не ускаривал? Не-не-не, я ничего не делал. Хочешь ускорять? Сейчас ускорю. Мне кажется, это на всю, Димончики, так стоит. Останови меня, Димас, останови. Сейчас, смотри. Ребята, я еду. А, не, в этот раз она хорошо едет. О, наконец-то я упал. Давай на всю движок запили. Давай, сейчас вот движок. Правда, я до него добраться не могу. Сможешь, давай, я верю в тебя. Его спрятали за щитком. Все. А, он на максимум сделал, оказывается. Подожди. Ну, я же говорил, что он на максимум был. Да, на максимум. И тут всего лишь тяжелая. Один движок. Один. Вот поезди на ней, попробуй, она классно управляется. Очень тяжелая, да? Ну такая прямо как спортивная, настоящая. Прям как попукивает, едет. Такой сзади на такие штуки вылетают. Всего лишь две кнопочки, которые открывают только двери, и все. Ну ладно. Давай смертельный номер, проедь между бомбами.
Блин, а я смогу? Конечно. Ой-ой-ой, это было классно. Один бампер отлетел. Кстати, я мог вписаться еще в этот проемчик, но не успел. Я испугался, что ты проедешь. Да-да-да. И мне пораньше, да, хлопнуть решил? Новый робот. Угу! Это он стреляет? Ты чё, да. Блин? Ты какой-то психованный робот. А ну ещё, а ну по руками там много кнопок? Во! Ничего себе у тебя лазер. Димас, я, короче, камеру поворачиваю, мышку, и он за ней идет, понял, этот лазер? За моей мышкой прям двигается. Вот я куда поворачиваю. Я первый раз такое управление вижу. Офигенно! А, это просто взрыв на конце дула. Смотри, Димас, я сейчас на тебя направляю мышку, и он в тебя, видишь, прицелился. Ого, ты псих? Да как ты это делаешь? Это крутой робот. Надо его в коллекцию добавить. Смотри, я даже его, короче, сверху расстрелял. Офигеть. Диман, давай еще одного ставь, битва роботов. Смотри, я пошел делать. Пошел, называется. Пошел, да? Нет! Да! Такой офигенный робот. Давай я тебе поставлю, Димас, ты попробуешь его. Давай. Реально, управляется очень качественно, очень классно управляется. Чувак постарался. Да, постарался конкретно. По мячу прям залезь, поэтому. Все делаю. Он опускается. Во. Ты там разберешься, управление несложно. Быстро тихо, поймешь, что да как. Во. Так, сейчас. Во, ты стреляешь. Во, все понял. Во, Димас, мышкой води. Так. Понял? Да. Офигенно, да? Ты пока там управление смотри, пока я сейчас залезу. Угу. Ой, я дурачок вышел с робота. Робот! Вот я дурак. Что-то подлагиваю. Да это я с робота. Взрывай. Я с робота вышел. Да взрывай. Все. Взрывай. Просадка FPS. Во-го! О, вертолет. Хеликоптер. Поехали. Такс. Он еще и на колесиках. Ого! Офигенно, да? Ничего себе, Димон крутой! Вот когда лопасти разгоняет, он направляет вниз эти штуки, понял? Угу. Ой-ой-ой. Я еще приучусь. Жалко, тут пушек нету. Мы бы еще стреляли в кого-нибудь. О, нормально. Там не бас робот летает, смотри. Где? А, вижу. Полетел куда-то. Дальше. Все, Диман, посадка. Кончилось топливо. Мы в космосе. Экстренная посадка сейчас будет. Давай, я прыгаю. Димон! А как вы быстрее меня? А я ж тяжелее. Я оттолкнулся от вашего вертолета. Бум. О, прикольно. Ого! Это что за карусель? Это смертельный номер! Никто не пройдет! Ого! Отталкивает. Ого! Неплохо. Четкий вертолет. Четенький. Так, Димас, отходи. Это танк. Танк, конечно. Давай посмотрим. Таким тоже стрелять, как та штука. Давай посмотрим. Как тот робот. Нет, это трудно пробивается. Чё ты вообще слабо, Дима? Ого, она поехала. Куда? Алло. Машина, стой. Я, походу, механизм заклинил. Так, смотри, прикольные колеса от фонаря крутятся. Ты на танке будешь, а я на роботухе? Да. О, давай. Сейчас битву запилим вообще. Сейчас, Димончик, стой. Так. Стой, мы ж не так... Ах ты, обманщик, у меня рука заклинила. Нормально. Получай, засранец. Сейчас. А, блин, подбил. Подбил? Да. А, эти ноги. Что такое? Ай-яй-яй. Димон, так нечестно. Так нечестно. Блин, у меня рука не управляет своя. Ты меня, Димас, видел, что ты меня разбомбил? Ты меня вперед весь расфигачил. Да? Да, ты видишь? Прикольно, передка нету. У тебя рука что-то глюканула. Да из-за тебя она не хочет управляться. Ладно, давай добью тебя, чё ж тут. А! Да! Нет, я ухожу! Нет. Никуда ты же не уйдешь. Даже сейчас не доскатишь.
нет, я еще могу, я еще руками. Добью. Смотрите, вот что я делаю. Духи крутишь. Я убью. Ого, прикольно, да. Ты меня разбомбил, мне понравилось. Да, видишь, Ивас, что ты мне спереди сделал, смотри. А давай посмотрим. Смотри, дырка какая. Я один раз попал, только четко. Да, один раз. Нет! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!